Итак, всем привет, дорогие друзья. Это же сразу же следующая серия Far Cry Primal. Здесь у нас этот говнюк. И мы продолжаем играть. Нам дали 2 очка навыков. Почему сова не может спикировать на этого, который опознает, я не знаю. Странно очень, кстати. Хрен его знает, почему не дается. Так, ты чё? Почитаю навыки. Теперь вы можете перезаряжать любой лук на бегу. Но чтобы этот навык открыть, надо этот качнуть. Надо бы вот его бы изучить, прокачать. Так, а ты что нам даешь? Навыки удом. Уменьшает урон, получаемый вами в ближнем бою. Также снижает шанс того, что враг собьет вас с ног. Давай. Только за... Потом вот ядовитые бомбы у нас будут. Вот это вот полезный навык. Так, изготовление, значит. Бомба ярости. Кто сказал, что я их не могу изготавливать? Вот, пожалуйста, изготовил. Чего вы врете-то? Так, тут у меня еще говно. Вот это надо изготовить. Так. Смотрим, значит, раз уж мы с ним разобрались, нам теперь пора это сразу же. Сразу же на родину удом. Только вот еще один прикол. Я тебя не... Ой, не починил. Так. Или же не на родину удом. Давайте у Вуги задание сделаем. Немного отдохнем, так сказать. И пойдем на родину удом. Кстати, мы ж место столько освободили у себя в инвентаре, что писец просто. Где тут этот обыскивать? Висит, что ли? Ну да, так и знаю. Так, и еще таб. Обычное исцеление. А то мы слишком потратили для того, чтобы тот форт зачистить. Ночь, кстати, настала резко. Нам надо вот этого друга чинить. Это кто? Его тать. Цветочки эти. Блин, а ты видишь, что за волки там? Ебать, тихо. Сейчас вот этого. Белый нам нужен. Вот белый пиздец как нужен. Все. Сука.
Все спалил, блядь. Ой, бля, дурак, не гори. Я что-то перестарался просто. Сейчас остынет. Вот он. Ну. Да. Шкура редкого белого волка охеренная. То, что в прошлой серии мы не нашли. Потерянный тотем. А, здесь не наши, ну-ка этого ёбни. А что с ним сделать-то надо? Нос тотема. Лапа тотема. Ебаш. Я сразу на этого пойду. Куда он съебаться-то решил? Думает умный, что ли? Не, ну посмотрите, как он убегает, блядь. Сука, стоять. Все, лег. Так, что дальше надо? Все, что ли? Вот и все задание, серьезно. Как мы сваливаем, что могу сказать? Так, тебе что, тоже зарядить, что ли? Я могу. Убил, бля, дурака. Так, это мы сделали. Ты чё тут хотела? Давай сразу её сделаем. Ой. Бля, чуть не ёбнулся. Привык копьями тоже бросаться. Не слишком хороший навык для меня, потому что копья надо беречь, конечно. Хотя, если я их залутываю, тоже неплохо. Это, знаете, это чтоб как-то нормально идти по сюжету. Проходим вот эти мелкие задания. И вот после них сейчас пойдем на этот форт. Присоединиться к группе Джейми, что походится на особо крупного мамонта. Давай. Великий зверь. Блять, поехали. Я идти вообще ни в какую не собираюсь.
Какие-то новые земли тут. Спешиваемся. Так, ну чё, погнали охотиться. Ну. Такар, мамонт близко. Ты привести его сюда, тогда мы охотимся вместе. Поехали. Мамонт вас разъебет. Ебать, прыжок есть у кота, ёб твою мать. Ну-ка, пидор. Здорово. О, давай. Да хватит выёбываться. О, контент ебать несется. Ебать несется. Я если что на карту смотрю, как он несется. Ну все, давайте охотиться вместе. Ух, блядь. Ебаш мамонта. Ух, блядь. Так. Я дурак в каком плане? Он сейчас всех отхуярит. Ебать! Тихо, тихо, меня не надо. Я хороший. Так, надо быстро думать. Он всех разъебет. Он не разъебет только тех, кто внизу. Так. Быстренько, быстренько. Вот тут вот такое место хорошее. Я бы даже сказал, безопасное. Пацаны, вы бы хотя бы огненными стрелами стреляли. Ой, блядь. Сейчас он меня въебал. Так, у моих братанов, кажется, нет такого понятия, как... Да ну нахуй. Не пизди. На, сука. Кушай, блядь. Ой, блядь, он сюда идет. Ты заебал, ебать. Окей. Вставай. Задание «Великий зверь» завершено. Счастливые-то какие, нихера с него дали. Это нормально с него дали. Так, на, покушай. Нормально с него так насыпали, хочу вам сказать. Так, а это что? Не, я спасать никого не буду. Это задание мы выполнили, мы красавчики. У нас уже, наверное, деревня подгорела, да? Да, конечно, подгорела. Так, мы сейчас вот идем сюда. Сегодня или никогда? Я, конечно, понимаю то, что ресурсы у нас по пизде пошли. Ну, кого это волнует, собственно? Так, ебашим. Копии особо тратить не будем, будем тратить древесину. Будем хуячить со стрел. Это мы с форта едем. Так, ты отъебись, слышь? Или ты альфа-самец, блядь? Так, а там чё как?
Что-то немножко я не дорубил. Под каким углом до него можно доехать? Ну-ка, по карте посмотрю. Так, нам надо, получается, сюда поехать, да? Чтоб мы до него добрались. Или он сейчас как Пейганмин будет, то что хер до него ты доберешься. Ебись как хочешь. Блять, аккуратно. Чё, это место теперь известное или неизвестное, блять? Мигал или показалось? А реально, как к этому чудику нам с вами добраться? Получается, только там. Там, скорее всего, перевозить просто надо. Да? Ну, конечно. Ай, ой, блядь. Загрызли прям. Так, ладно. Полезем тут. Так, нашего дурачка отзовем. А то его там сейчас просто так загрызут. Так, ну чё, я вот стою здесь, он у нас вот здесь. Как к нему, собственно, залезть? Забаговывайся. Или, может, надо в обходку идти. Так, вот это сейчас залутаем. Редкий северный кедр. Аж редкий, блядь. Так, мы его сейчас, получается, где-то здесь пытаемся обойти. Ну, реально, как сюда попасть? Может быть, сюда можно только через это, через задание чье-то попасть? Я просто проверяю, друзья. По времени у нас что? По времени пока нормально.
Я просто, можно сказать, обхожу. В надежде, что я туда залезу. Но залезу я туда навряд ли. Ну прям видно, что хер ты сюда залезешь, чел. Кстати, на удивление стал подниматься, смотрите. На удивление. Вот тут вот сейчас скачусь и все, блядь. Это не Вальхейм, блядь. Да, короче, хрен до него доберешься. Та еще крыса. Мы сейчас, смотри, что сделаем. Мы эти два задания выполнили. Мы сейчас по-быстрому в деревню возвращаемся. И смотрим, что нам предлагает наш пленник. Ну, заставка мне все же реально непонятна. Почему она так работает, если мы даже вон долезть не можем до туда, докуда надо. А где он сидит-то, блядь? Уинджа. А, там он сидит. Сейчас с ним попиздим. Давай. Ты искать Удам? Где? Да. Удам убивать много Винджа. А ты приводить зверя Удам в наш дом. Че, ебанутые? Да, дать нам гнилостный яд, помогать делать Винджа сильнее. Нет, Удам приносить только крики. Винджа отвезти Удам в лес. Ты идти смотреть, как он утонет. Ой, блядь. Дура. Не понимает то, что боевое преимущество держать этого мудака в плену и ведет его хуй знает куда. Зачем? Непонятно, блядь. Где вы его топите? Здесь? Давай, поехали. Вызываю ОМОН. О, отхиленный, смотри. Смотри на него, блядь. Отхиленный. Заебись вы его топите, то что у вас тут в окрестностях мудаки всякие ходят. Давай драться. Все. Где ты его там, блядь, топит? Ну-ка, ты чё, еле-еле за мной топаешь? Не даешь присесть даже. Нам тут вон сколько, блядь, объезжать. Как же меня задолбали такие раскладки. Он, серьезно, вот тут что ли? Ясно. Объезд надо. Ехать в объезд. Ну ничего, объедем. Нам не впервые. Жаль, я не могу, но по-быстрому это все дело вот так.
Где-то тут его топит. Теплый прием Винжи, давай. Че, будем драться волю? Все не будем. Ваш зверь не может последовать за вами. Винжи хотят убить, да, спасите его. Пиздец вы. Расскажите, нахера я его сюда привел? Вот я вас спрашиваю, чтоб вы его просто разъебали? Бедняга, блядь. Да, да! Вода подниматься. Я помогать, я остановить воду. Как я воду-то, блядь, остановлю? Ликвидируйте пару течки, сука. Я вам чё, этот, блядь? Ебать, тут чё, рыба плавает? Селёдка, реально? А чё ж вы сразу не сказали, что здесь плавает селёдка? Хер его понять, ну-ка. Да сука! Отдай копье. Как я это должен ликвидировать, блядь? Сейчас вот это ликвидируем уж точно. Вот как ту протечку ликвидировать, я вообще в душе не шарю. А, во! Вода поднялась, теперь мы ее ликвидируем. Логично. Да, идти. Ты спасать Удом? Что говорить? Я привести да к Винжи. Он давать гнилостный яд, показывать Винжи, как быть сильными. Да, умирать, когда я скажу, он умирать. Сегодня я говорить, он жить. Странный, мягкокровный. Теплый прием Винжи завершено. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая получилась серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать ваши комментарии. Всем до скорых встреч, друзья. Всем пока.